вітайте нашу гостю. Це Ірина Лук'яненко, психологиня. Доброго ранку, Іро. Доброе утро, Леночка. Доброе утро, телезрители. Ну і одразу хотіла запитати, чи у відпустці вже ти, чи є плани принаймні на відпустку? Да, безусловно, конечно. Есть планы, и так вот традиционно люблю август месяц, когда уже жара более или менее покинула. Такий оксамитовий сезон більше. Ну, до речі, я говорила про те, що існує певна статистика, 80% українців обирають відпустку саме влітку. З чим це може бути пов'язано? Ну, конечно же, с теплом, с тем, что для человека свойственно хотеть погреться на солнышке, посозерцать красоту окружающего мира. И, конечно же, это вода, потому что вода дает человеку возможность расслабиться, возможность отдохнуть, шум моря, что может быть приятнее, да, летом. Вот такая вот природная музыка, которая дает возможность восстановиться, расслабиться. Ну, про асоціативний ряд, який викликає у нас відпочинок, ми ще поговоримо, але сьогодні у нас така тема, знаєш, життя без відпустки. І чи насправді є ті люди, які можуть відмовити себе у цьому задоволенні, і через що вони так роблять? Да, безусловно, категорія таких людей існує, і дуже часто такі люди навіть не осознають, скажімо так, свою проблему. Их называют трудоголики. Узнать их очень просто. Такие люди все время говорят о загруженности, о том, что столько дел, о том, какой отпуск. Нужно быть все время в теме, нельзя оставить бизнес ни на секунду, потому что вокруг опасности, все может рухнуть. Нужно все время держать руку на пульсе, да, то есть не дай бог, если такой человек – это руководитель компании, на которой вы работаете, потому что трудоголики, как правило, задают такой тон своим работникам. Домагают максимум не только в себе. Да, совершенно верно, что работники даже не успевают за темпом этого человека и страдают близкие, потому что даже придя домой, они продолжают думать о работе или переключаться на какие-то активные действия по дому. Вот, и близкие чувствуют некоторую вину, потому что если один из супругов стоит и моет окна, то вряд ли второй может лежать на диване. И это дает вот такое напряжение, скажем так, да. На самом деле причиной трудоголизма является такое зависимое состояние от работы. Оно связано с внутренней тревогой, и человек ее направляет на работу, таким образом как бы бессознательно справляясь с этим тревожным состоянием. На самом деле он убегает в работу, убегает от каких-то других немаловажных тем своей жизни. Это могут быть личные отношения и, в первую очередь, отношения с самим собой. Потому что отпуск я бы назвала таким временем отношения с собой, когда ты можешь остановиться, прислушаться к себе, к своим желаниям, ты можешь их осуществить, потому что особенно человек, который работает в раннем эфире, как вы, например, да, то есть это человек, который не может позволить себе спать, да, то есть тогда, когда ему хочется. А вот отпуск – это такая вот элементарная, да, возможность, когда ты можешь позволить себе просыпаться, когда тебе хочется, делать то, что тебе це вже певне задоволення. Нравиться, безусловно. Чим же може нам загрожувати життя дійсно без відпустки? Це стрес, це правда може там вплинути навіть на тривалість нашого життя? Безусловно, тому що коли ми знаходимося в постійному стресі, це впливає на наше здоров'я. Є таке поняття, як вторая такая вот психологическая выгода от болезни. И на самом деле, когда человек не ходит в отпуск, то получается, что организм бунтует, и в конечном итоге он укладывает человека. Хода на лекарня. На отдых, да, но только это уже не вот такое приятное состояние, когда вы выехали на пляж и лежите на подстилочке, вы лежите вот уже в больнице,
на койке, и вам дают различные медикаменты для того, чтобы вас реабилитировать. Поэтому в первую очередь, конечно же, это забота о себе, это некий баланс, ну и его можно замечать и в течение дня, да, то есть это элементарно какие-то минутки отдыха, это физкульт-минутки, это возможность отключиться и на какое-то время вот дать себе ресурс. Это может быть, не знаю, элементарная чашка кофе, это может быть, возможно, какой-то прохладный напиток, который поможет вам на какое-то время вот отключиться от мыслей, от работы и просто вот насладиться состоянием здесь и сейчас. Поэтому жизнь – это стресс, а отпуск – это маленькая жизнь, которую можно организовать вот самому себе, по собственному желанию. Ір, ну, ще одна така розповсюджена, мені здається, думка, чому люди не дозволяють собі ходити у відпустку, це якесь таке почуття, знаєте, вини, те, що ми зараз живемо в мирних умовах, а десь там в нашій країні, на Сході триває війна, я не можу відпочивати в той час, як, наприклад, там хтось з моїх близьких знайомих несе цей тягар там на Сході. Як позбутися від почуття вини, від мирного життя? Вы знаете, это очень глубокая тема, она очень тесно связана с тем, как происходили отношения внутри семьи. И вот если в семье очень часто навязывают чувство вины, то это называется такой вот синдром жертвы, еще в психологии это называется стокгольмский синдром. И вот здесь очень как бы важно человеку понять, что на самом-то деле у каждого человека есть на земле своя миссия, свой выбор. И на самом деле люди, которые работают и продолжают находиться на мирной территории, они также своей работой обеспечивают возможность того, чтобы наконец-то этот кошмар закончился, чтобы были все достаточно благополучно. Поэтому вот здесь только позитивные установки на то, что человек делает и таким образом помогает. Ну і буквально одна хвилина у нас у прямому ефірі залишається. Ір, чи треба викладати в соціальній мережі свої світлини із відпустки, чи не може призвести це в той самий стрес, про який ми говорили, ваших колег там, чи друзів, які будуть просто заздрити або впадати в якусь депресію, що ви там десь із засмаглим мачо на Канарах, а вони тут, у задушливому офісі, без вас? Ну, я думаю, что в первую очередь важно заботиться о себе, и если это фото дает вам положительные эмоции, дает ощущение счастья, то, конечно же, вы можете это делать. И настоящий друг – это друг, который может порадоваться за вас. Таким образом, по количеству лайков вы можете узнать, хто ваші настоящі друзі. Ір, спасибі вам величезне за ту тему, яку ви нам запропонували сьогодні. Я думаю, що багатьом людям вона дійсно допомогла. Іринко, побажання для всіх наших телеглядачів. Ну, в першу чергу, я всім желаю теплого літа, ярких емоцій, не жалійте времени на себе, отдыхайте, фотографируйте яркие моменты этого лета для того, чтобы в зимние вечера вы могли ресурсно посмотреть на фотографии, которые вам напомнят об этом лете.